Привіт, друзі! Як завжди у цей час ми працюємо в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». І якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – любов і щастя – це вибір. Саме про це ми і поговоримо з нашою сьогоднішньою гостею. Практичний психолог дитячого навчального закладу номер 128 «Сонечка» Олена Кітриш у нас сьогодні в студії. Елена Прекрасная, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада видеть вас в нашей студии снова. Мы с вами встречались, и я думаю, что телезрители помнят этот эфир, и мы говорили о любви, о сосуде любви и о том, как научиться понимать язык любви другой половины. И если мы хотим поддерживать сосуд любви нашей второй половины наполненным, то я думаю, что нужно научиться говорить на языке нашей второй половины. Угу. Так, Елена? Да. Будьте добры. Итак, как важно определить язык второй половины? Действительно, это, наверное, 50% успеха того, что этот сосуд будет наполняться, а самое главное, никогда не опустеет. Смотрите, Анетта, самое главное определить свой язык любви. Когда мы определили свой язык любви, мы потом уже изучаем язык любви супруга своего. Вот как определить свой язык любви, да? Это очень важная тема, потому что есть определенные вопросы, на какие мы должны обратить внимание. Вот, например, что больше всего меня огорчает из того, что муж делает или не делает, что больше всего, да, обижает женщину из того, что он делает или не делает. Например, вот женщина говорит, да, ее, например, язык любви – это слова поддержки, да, это первый язык любви – слова поддержки. И вот она ждет одобрения от него, да, какой-то похвалы, а он берет и критикует ее. И ей больно от этого. Если ей больно от этого, ее язык любви именно этот слова поддержки. Угу. А он критикует, и естественно, это как бы режет ее сердце, да, как нож. Не только слух, но и сердце. И да? Сердце, естественно. Либо женщина говорит, да, вот муж лежит на диване, а я сама убираю, мою пол, готовлю, а он лежит там, либо газету читает, либо смотрит телевизор. Значит, у этой женщины язык любви – акты служения. Если ее это сильно обижает, если это сильно ее расстраивает, что муж не помогает, что все она делает сама, то язык любви – акты служения. Например, если женщину сильно огорчает и обижает то, что муж не дарит подарки, да? Но это относится не только к мужу, но и, не только к мужу, но и к жене. Да? Жена также имеет право дарить подарки, и может, и муж. Ну вот не, то не... есть дарить подарки друг другу. Да, дарить подарки друг другу. Вот муж как бы старается и все делает, но она все равно недовольная, потому что она ждет какого-то подарочка, какого-то небольшого, но подарочка. Значит, пусть маленького, но бриллиантика. Да, вот. И такой женщины или мужчины язык любви именно подарки, да, язык подарков, дарение подарков, получение подарков. Либо что вы больше всего требуете от мужа или от жены, больше всего вот постоянно требуете, что-то требуете. Да, у нас есть такое, да, что мы говорим. Но это хорошо, если есть такое, что мы заявляем о том, что мы хотим. Вот. И вот как бы одна женщина говорит, вы знаете, а я постоянно, вот я сейчас вспоминаю, и я постоянно требовала от своего мужа, чтобы он выключил телевизор, чтобы он сел возле меня, чтобы он поговорил со мной, чтобы мы вместе поехали с ним куда-то на пикник, пошли в театр, пошли в кино, чтобы мы были вдвоем. Ну, то есть она хочет от него внимания. Да. О чем это говорит? Это говорит о том, что ее язык – это качественное время. И ее сосуд будет наполняться именно тогда, когда муж будет знать, да, об этом аспекте, что ее язык или его язык – это качественное время. Вот.
И следующий язык у нас физические прикосновения. Но это больше всего мужчины думают, что их язык – это физические прикосновения. Это пятый, да, язык любви. Вот. Почему? Потому что у них физиология так устроена, да, у мужчины, что они из-за своей природы, они как бы стремятся к снятию физического напряжения, да, сексуального напряжения. И им кажется, что основной их язык – любви – это физические прикосновения. Но если мужчине не нравится прикосновение, просто в быту, да, женщина подошла, обняла, поцеловала его, ему это не нравится, ему это не интересно, ему это интересно, когда происходит, да, у них сексуальное отношение, тогда у мужчины не физические прикосновения, а какие-то другие. И здесь надо обращать внимание, что ему нравится еще, потому что мы можем быть двуязычны. Нам могут нравиться и физические прикосновения, и слова поддержки, да, а кому-то акты служения и качественное время. Но здесь уже нужно смотреть, присматриваться именно друг другу, чтобы наполнять этот язык и изучать язык и свой, и язык партнера. А скажите, пожалуйста, Елена, а есть ли какой-то универсальный язык любви, в который входят и качественное время, и все, что вы перечислили? То есть вот единый, потому что все, что, о чем вы говорили сейчас, мне кажется, что этого бы хотел каждый нормальный человек, независимо от пола. Естественно, в идеале, это когда все языки, все пять языков любви будут в семье практиковаться систематически, потому что, знаете, есть две категории людей, которые не могут определить свой язык любви. Это первая категория. Вот как вы сказали, когда они постоянно чувствуют все эти пять языков, да, муж, жена, и помогают вместе с уборкой, и муж, жена слышат друг от друга комплименты, да, систематически. Ой, какой ты у меня хороший, классный, какая ты у меня. И вот когда это есть в семье, сосуд постоянно наполняется, вместе поубирали, вместе куда-то сходили. Вот. И они сидят и думают, а какой же мой язык любви? Муж и то делает, и то делает, и то делает, и я как будто все делаю. Вот, они, им тяжело определить свой язык, потому что в этой категории людей, именно как вы сказали, используются все пять языков. И есть вторая категория людей, которые также не могут определить свой язык любви, это когда сосуд любви уже пустой. Совсем. Совсем пустой. Когда нету и поддержки, когда и не помогают и по хозяйству, когда не дарят подарки, когда не проводят качественное время, и люди уже так забыли об этих всех, как бы, об этом внимании, и они даже не могут вспомнить, а что ж мне нравится, что мне нравится, понимаете? Здесь так важно именно все вот эти пять языков запомнить, записать их, и практиковать. Здесь нету ничего сложного, ничего страшного. Все это в силах человека. Да, было бы желание, да, правда? Да. Было бы желание телезрителей любить. Вот захотите любить и обязательно полюбите, друзья мои. Но, в принципе, как наша тема сегодняшней беседы, это любовь и счастье, это выбор. Выбор, Елена? Да. А почему любовь – это выбор? Вообще у нас жизнь нам преподносит разные сюрпризы, хорошие, нехорошие, разные ситуации, и нам приходится выбирать, что-то выбирать, да, что-то принимать. Вот, вот у нас постоянно происходит какой-то выбор, купить то, купить это, вот. И также чувство любви мы выбираем. Знаете, но почему? Любовь же ж невозможно купить, даже за очень большие деньги. Да, но мы говорили, или можно? Мы говорили, да, о состоянии влюблённости, когда оно проходит, это эйфорическое состояние проходит, влюблённость. И у нас уже истинная любовь, глубокая, уже рациональная, знаете. Которая опустила корни. Да, да? Которая опустила корни. Вот. Это очень хорошо. Но очень часто, когда влюблённость прошла, эмоциональный сосуд начал что? Опустошаться. Вот. Начинается критика, а не слова поддержки, да. Начинаются какие-то обиды. Обиды. И именно обиды глушат это чувство любви.
Глушат на корню. Да, именно вот эти обиды, какие-то переживания. И мы можем зацикливаться на этих обидах. И вот и есть понятие до выбора любви. Либо мы зацикливаемся на обидах, либо мы садимся, разговариваем друг с другом, изучаем языки любви друг друга. Вы знаете, нельзя изменить прошлое, но можно изменить будущее наше. И жить постоянно в обидах нету смысла. Чтобы выбирать любовь, нужно научиться прощать. Прощать друг друга. Прощение – это на самом деле прощание с вот этими обидами, с вот этими переживаниями, которые не дают нам быть по-настоящему счастливыми и радостными. Поэтому любовь и есть выбор. Выбираем любовь, а не обиды, критику, переживания на друг друга. Ну, вот как говорят, на обиженных воду возят, не просто так. Да. И вообще обида, она иссушает человека, она может его иссушить, даже изменить внешне. Вы знаете, есть такое понятие «о», «беда», «обида», да, «о», первая буква «О» – беда. Обида, она влечет за собой беду. Часто психосоматические нарушения. Поэтому прощаем друг друга, изучаем язык любви друг друга и выбираем любовь. Выбираем любовь. Да. А скажите, пожалуйста, правда, что любовь в отношениях многое меняет? Именно любовь? Именно любовь, потому что любовь – это есть базовая, первичная эмоциональная потребность каждого человека. Каждого человека. Это глубинная потребность от рождения. Нам нужно внимание, нам нужны физические прикосновения, нам нужна похвала, да? Вот, ну… Помимо любви есть еще потребности, которые основываются на этом базовом чувстве, да, любви. Это потребность безопасности. Да, потребность высокой самооценки, потребность быть важным для других. И все это основывается на любви. Я сейчас поясню, да, почему. Вот смотрите, потребность безопасности. Если муж или жена уверены, что их любят, что им не причинят зла, они могут что? В семье расслабиться, они могут чувствовать себя комфортно, потому что муж, жена меня не обидят, меня не оскорбят. Вот. И мы чувствуем себя в безопасности. Самооценка, да? Вот как любовь влияет на самооценку. Если супруги чувствуют, что они любят друг друга, что есть любовь, ихняя самооценка как бы возрастает, потому что я важен, меня любят, да? Родители нам могут дать какую-то неадекватную самооценку, возможно, где-то заниженную самооценку. Ну, жена или муж уже встречают нас зрелыми, и они вот уже нас видят такими, какие мы есть, и могут помочь нам эту самооценку поднять, культивировать ее. И тогда у нас есть как бы энергия на развитие высших материй. Вот. И чувство важности. Оно насколько важно. Вы знаете, есть у Маслоу пирамида Маслоу, да? И самое главное для человека, высшая ступень – это самоактуализация. Самоактуализация и самореализация. И когда человек знает, что он в безопасности, он знает, что его любят, он знает, что он важен, да? Он начинает работать над собой, эта энергия дает ему быть успешным. У него есть стимул, да? Да, быть успешным, быть счастливым. Ему не надо кому-то доказывать, что он достойный, что он с высокой самооценкой. Он знает, что он пришел в семью, и в семье такая атмосфера, такой эмоциональный климат, где хочется расти и развиваться. Знаете, Елена, конечно, в каждой семье, как говорят, в каждом домике свои гномики, но действительно, если, друзья мои, не работать даже и над отношениями, то, в принципе, и отношения увянут. Но вот вы знаете, статистика какая-то не очень веселая последнее время,
И многие с тревогой отмечают, что женское счастье, вот помните, женское счастье, что там нужно, был бы милый рядом и так далее. Да. А вот в настоящий момент с тревогой замечают, что несмотря на такой научно-технический прогресс и подручные средства и все такое прочее, а женское счастье как-то находится в упадке и все падает все ниже и ниже, то есть женщинам не хватает счастья. Почему? Спасибо, Анеточка, за этот вопрос, потому что этот вопрос как нельзя сейчас актуальный, потому что многие... То есть вы согласны с этим, да? Я согласна, да, и не только я. В мире проводятся разные исследования психологами, известными психологами, которые так и назвали свое исследование «Парадокс упадка женского счастья». Вот такое исследование, потому что 40 лет назад женщины были более счастливы, да чем сейчас. Это несмотря на то, что не было всяких там этих подручных средств, стирали вручную и так далее. Они были более счастливы, а мужчины менее счастливы. Ага. А сейчас тенденция идет наоборот. Почему и парадокс, да, назвали парадокс? Женское счастье в упадке, а мужское счастье, наоборот, увеличивается. Мужчина, чем старше, он чувствует себя комфортнее и счастливее, а женщина после 40 чувствует себя несчастной. Вот. И вот такие исследования, действительно, они приводят в какое-то такое состояние, да, дискомфортное. Почему? Почему так? Казалось, все благо цивилизации есть, улучшилось образование, отношение к женщинам. И точно, вы знаете, пока еще точных нет вот критериев, да, что мы можем сказать это. Вот есть предположения, и я могу назвать эти предположения. Но в первую очередь то, что к женщине возрастает. Требования, да. Сейчас недостаточно быть просто красивой. Сейчас нужно быть и умной, и образованной, да, интеллектуалкой. Вот. Елена, умной женщине быть глупо. Уже сейчас это очень актуально, очень модно, я хочу сказать. Женщины грамотные, начитанные, с которыми интересно пообщаться. Сейчас уже нету того, что она должна только убирать и стирать. Если бы только убирать и стирать, я бы не рассказывала вам о языках любви, да? Вот, поэтому уже требования выше. Если женщина раньше, 40 лет назад, она сидела дома с ребенком, она не работала, то сейчас 80% женщин, они работают. Не, ну и 40 лет назад 90% женщин работали. Но как-то тогда, наверное, жили более вместе, Поясню. Не так разъединено было все. Вот. И женщина, приходя домой, она отрабатывает вторую смену. И вот эта эмоциональная, социальная ответственность, да, на ней и работа, и семья, вот, и держит в ее напряжении. И доказано, что женщина даже на работе испытывает больше давления, чем мужчина со стороны, да, коллег. Вот, она постоянно должна стремиться, стараться. Вот смотрите, как общество судит, говорит о холостяке, да? Ну, не убрано у него в квартире, но ничего страшного, у него же нету жены, не наготовил он ужин, да, кушать не... Но ничего страшного, ну, нет у него жены, и сразу идет оправдание, да? А вот если взять женщину, зайдут в дом, а у нее грязно, у нее нету ужина, что скажет? Да, неряха и так далее. Вот, видите? И вот те же, естественно, если женщина работает, это не говорит о том, что у нее дома должно быть грязно и не приготовлено. Все это так же, да, но ей тягаться с той женщиной, которая сидит дома, да. Нет, это невозможно даже. И вот это вот давление, вот эта социальная, эмоциональная ответственность, которая легла на плечи женщины, поэтому мужчины, помогайте своим женщинам, любите их, помогайте по хозяйству, с уборкой, с приготовлением. Это так весело и интересно, я считаю. Ну, тем более, что если люди делают, два любящих человека делают это вместе, то что может быть лучшего, когда двое вместе с любовью, друзья мои, с любовью. Не забывайте про любовь. Вы знаете, да, вы знаете, Наточка, еще есть такие исследования и статистика, что все-таки есть женщины в нашем мире, у которых уровень счастья растет. А как поддерживать свой уровень счастья, кстати? Да, сейчас я расскажу. Вот эти женщины, это чернокожие женщины. Вот ихний уровень счастья
Именно растет. Да, ну, также исследования предполагают, что это и уже меньше расовая дискриминация. И то, что чернокожие женщины, они работали, да, вот во все времена, брали деток на плечи, шли на плантацию, да, вот. И их сейчас это не пугает, работа дома, работа на работе, вот так вот. Как поддержать счастье, да, вы задали мне? Да, вот мне. Как его поддержать счастье? Ну, да. Как, вы меня вообще, если честно, ошеломили, что чернокожие счастливее белых, но против статистики, господа, не попрешь. Да. Вы знаете, ой, это тоже целая тема. Да, вот как повысить свой уровень счастья? Счастье – это вообще целое безграничное. А можно ли его повысить? Можно. Можно? Можно и нужно. И можно это сделать самостоятельно. Не зависит это ни от кого. Вот. Вы знаете, много исследователей говорит, что получать счастье в повседневной рутине. В повседневной рутине, каждый день. Вот начиная утром, да, мы просыпаемся, вот, и мы можем проснуться с каким-то настроением пессимистическим, либо оптимистическим, да. Лучше, естественно, посмотреть с улыбкой на утро, не просыпаться унылым, потому что унылость, она очень сильно влияет на здоровье, на счастье, на уровень счастья. Именно улыбнуться, сделать физические упражнения. Я знаю, кто-то любит утром, кто-то любит вечером, но обязательно каждый день 20-30 минут можно уделить, да, своему телу, своему здоровью. И когда мы занимаемся спортом, у нас вырабатываются эндорфины. Эндорфины, да. И можно зарядить себя на целый день. 20 минут упражнений и зарядить себя на целый день. Мы можем что? Вот прямо сейчас, что мы можем сделать для счастья? Вот телезрители, кто рядышком, есть кто-то. Обнять и поцеловать друг друга. И сказать приятные слова. Похвалить друг друга, да? Вы знаете, на уровень счастья уже исследователи сказали, что влияет телевидение, передачи. Средства массовой информации, да? Да, интернет, телевидение, угу. Да, передачи, потому что они навязывают какой-то идеальный образ женщины, да? Женщины начинают в себе сомневаться. Свести к минимуму те передачи, которые не повышают самооценку, а которые, наоборот, вот, вводят тебя в какое-то угнетённое состояние, да, не надо. Смотреть то, что тебя радует, то, что тебя воодушевляет, вот. Фотографироваться. Чаще, да, чаще нужно фотографироваться всей семьей, да. Вышли куда-то, сходили, качественно проводите вместе время, фотографируйтесь и создайте семейный альбом. И вот вечером на досуге, помним о качественном времени, да, выключаем все, садимся и смотрим эти фотографии, пересматриваем, вспоминаем, как было хорошо. И это также заряд эмоций, заряд вот этой энергии. Вот. Еще вы знаете, также исследователи сказали, что уровень счастья повышает, когда мы помогаем другим. Не только все для себя. Да, уже доказано, что новый дом, новая машина, новое платье, там, диплом, много денег – это все кратковременное счастье. Кратковременно. Ну да, получил новую машину, поездил, да, это надоело, да, хочу, да, другую. Да, да, три дня, там, месяц прошел, все, и человек возвращается в нейтральное. И платье вчера было новое, а сегодня уже, да, нечего, да, нечего носить. Естественно, да, и это уже не есть вот показатели счастья. А то вот есть материальные, материальное благо – это к уровню кратковременного счастья, именно кратковременное. А мы стремимся к долговременному, да, счастью, именно, да, именно долговременное счастье, вот когда мы можем помочь другому. Как это приятно. То вот, есть чем больше отдаешь, да, чем больше отдаешь, тем, да, больше получаешь. Да, мы чего-то все-таки всё... это работает, да? Конечно, именно? Очень сильно это работает. Помогайте другим. Тот, кто рядышком, словом, если не получается дело, можно помочь словом. Когда мы похвалим человека, у нас вырабатываются эндорфины, гормоны счастья. Когда мы критикуем, вырабатывается у нас дофамин. Поэтому
помогаем вот таким образом людям, похвалой, каким-то делом, но делаем для других тоже какое-то благо, и наш уровень счастья очень сильно повысится. То есть одна из составляющих повышения уровня счастья – это помогать другим, да, помогать и другим. Отдавать, можно сказать, свое умение, свой талант. Да. Вот как вы сегодня сидите у нас в эфире, и вы ведь отдаете телезрителям и свои знания, и свой талант, свое умение. Да. Это ведь тоже много значит. Вы знаете, Наточка, это делает меня счастливым. Счастливой. Я очень благодарна вам. То есть и таким образом повышается уровень счастья, видите, телезрители, повышается уровень счастья и нашей прекрасной Елены, и я думаю, что и ваш уровень счастья тоже повышается, тем более, что для того, чтобы его повышать, не так уж много и нужно, а просто нужно утром проснуться, ну, хотя бы заставить себя проснуться с хорошим настроением, да, Елена? Естественно. Еленочка, будьте добры, у нас остается еще несколько мгновений, несколько секунд буквально, для телезрителей два слова. Верьте в себя, любите себя, мечтайте. Мы так мало мечтаем. И я когда-то, мы проведем, да, передачу, вот, мечты, они также нас делают счастливыми. Вот. Это определенная энергия. Поэтому мечтайте. Да. Друзья мои, ну, в одной из наших следующих передач мы обязательно продолжим тему о мечтах. Ну, а вы пока в ожидании, помечтайте. Но знаете что? И обязательно действуйте. Действуйте уже сегодня. Це була розмова на тему разом з практичним психологом дитячого навчального закладу номер 128 «Сонечка» Оленою Кітриш. На все добре, друзі.